Сегодня Настя хотела сделать в студии Малахова, сделали шокирующее заявление о Заворотнюк. Уже несколько месяцев о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, ничего не известно. Поклонники надеются, что звезда идет на поправку. Ведь ею занимались лучшие врачи, а любимые друзья всегда готовы поддержать. В числе многих был Николай Басков, который много лет дружит со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Он пришел в студию программы «Привет, Андрей», чтобы отметить свой день рождения. А ведущий проекта Андрей Малахов признался: «Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить. Знаю, что вы общаетесь и дружите». Басков был несказанно удивлен такой заботой от подруги. По его словам, когда он узнал о том, что происходит с актрисой, то записал ей несколько видео со словами поддержки. «Для меня это было большим ударом, когда все началось с Настей. Я ее понимаю как никто. Это то, что я проходил со своим близким человеком», – признался Николай. По его словам, Заворотнюк очень нужна не только родным, но и всем поклонникам и друзьям. «Красивая, яркая, всегда зажигательная, несмотря ни на что. Хочу сказать, что люди, которые борются с тяжелым недугом, ставят перед собой цель и не опускают руки. Тогда случаются чудеса. Но как только человек опускает руки и говорит, что ему стало неинтересно, и он устал от этого или другого, то это слышит Вселенная». Баскову самому пришлось несколько лет выхаживать больного отца, который в течение 4 лет боролся с тяжелым заболеванием. Любимый сын нашел лучших врачей и сделал все возможное, чтобы родителю стало легче. Но он умер в прошлом году. Папа тяжело болел. Особенно последние 3 года были непростые, потому что мне приходилось улыбаться и радовать людей. А в последний год папа мог не узнавать людей. Я держала его за руку, а он сжимал ее, так как уже не говорил. Напомним, о раке мозга Анастасии Заворотнюк стало известно в прошлом году. Тогда звезда отменила спектакли, а затем перестала появляться на публике. С тех пор знаменитость никто не видел. Ее родственники хранят молчание и не общаются с журналистами. По слухам, после нескольких операций звезде сериала «Моя прекрасная няня» стало значительно легче. Сейчас она проводит время в загородном доме в Подмосковье. Рядом с ней находятся дети и любимый муж. Пожелаем звезде сил и выздоровления. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!